если бы вам необходимо было рассказать одну из самых важных идей вашей жизни, с чего бы вы начали? Почему люди путешествуют? А, даже не так. Зачем нужно путешествовать? Развиваться. Увидеть, как серфить на Гавайях, попробовать встать на доску, а уже через год катать как профи. Приехать в Латинскую Америку, посмотреть, как танцуют танго или дерутся чулитос. Увидеть местные граффити с непонятными надписями. Сотый раз послушать Деспасито, вернуться домой и начать учить испанский. Вдохновляться. Любоваться фресками Сан-Иньяцио или узорами часовни Благодарения. Прокатиться по каналам Венеции и увидеть закат над Толедо. Найти дом, построенный на лаве в Исландии. Или город на высоте 3500 метров в Боливии. И понять, что для человека нет ничего невозможного. Господа, от имени всего экипажа авиакомпании «Ресурс» мы рады вас приветствовать на борту самолета выпускной 2024. Хейрликен, кадерли кунаклар, «Ресурс» авиакомпаниясы экипажлары исеменнән сезне 20-24 чыгырышы самолетында сәламлибез. Уважаемые пассажиры, прослушайте, пожалуйста, информацию о правилах, которые вам необходимо соблюдать в самолете. На борту самолета не разрешается плохо поддерживать выступающих на протяжении всего полета. Разрешается плакать во время трогательных моментов. Рекомендуем громко хлопать и топать нашим выступающим. На нашем воздушном судне авиакомпании «Ресурс» разрешена фото и видеосъемка для сохранения милых сердцу моментов. Ну, а перед нашим путешествием мы хотим предоставить слово капитану нашего воздушного судна Диляре Салиховне Каримовой. Дорогие друзья, вот и финишная прямая начальной школы. Я вас всех с этим поздравляю. Мы очень гордимся этой параллелью. И я очень рада сообщить сейчас, что все ученики 4-х классов успешно переведены в 5-й класс. Сегодня прошел курс-совет. Поздравляю. Каждый из вас думает, а что же будет дальше? Поэтому очень кратко, как наш полет будет продолжаться с 1 сентября. 1 сентября мы впервые создаем из всей параллели, формируем 5 классов. 5 классов и 5 капитанов корабля. Поэтому сегодня мы им не передаем классы в той последовательности, как это было раньше. А скоро буквально, так, 28-го, да? У нас тестирование по математике и конкурсный отбор в инженерный класс. 2 инженерных класса и 3 не менее интересных класса, которые будут заниматься в том числе и в креативной индустрии. Все это будет уже определено очень скоро. А пока я представлю классных руководителей будущих 5-х классов. Я повторюсь, набор будет осуществляться 28-го. Итак, 5-й класс, инженерный класс, Альфия Язовна. Ой, извините, был. Нафикова Альфия Язовна. Аплодисменты, пожалуйста. У меня третий, последний звонок, я уже заговариваюсь сегодня за день. Лилия Рахимовна Сибгатулина, это 5-й Б, 2-й инженерный класс. Креативный 5-й В класс. Кузьмина Екатерина Николаевна, да, приветствуем ее. Алина Ильгамовна возьмет у нас 5-й Г-класс. И 5-й Д-класс, как всегда, за аппаратурой. Все-таки ей пришлось сегодня вспомнить этот момент. Эльвира Фаридовна хором Калаярцева, да-да-да.
Эльвира Фаридовна, вам все-таки придется сюда выйти. Давайте мы еще раз. Давайте мы ее поприветствуем аплодисментами. Вы знаете, уникальная команда. Среди нее опытных, действительно перспективных молодых и молодых учителей русского языка и литературы три человека шаг вперед. Аплодисменты. И два креативных лингвиста, преподавателя английского языка. Шаг вперед. И я уверена, что вот такой дружной параллелью они справятся с поставленными задачами. Мы ожидаем очень много. И в первую очередь именно вам придется... Сейчас никто не знает, что скажу. Никто не знает. Для многих это еще сюрприз. У нас... Никто не знает. Правда? У нас рядом с компьютерным классом, с 210-м кабинетом, есть 209-й кабинет. Так вот, 1 сентября, я очень верю в это, мы откроем там новый современный STEM-центр. Что такое STEM? Science, Technology, Engineering и математика, Mathematics. Поэтому это будет очень интересное направление, которое ждет вас. Давайте пожелаем будущим классным руководителям удачи. У них экспериментальные параллели, пусть у них все получится. Я чувствую, вы их уже любите, да? Ну тогда сердечки им покажите, пожалуйста, что вы их любите. Да-да-да, все. Спасибо. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. И очень надеюсь, и почти уверена, что вы нас сейчас удивите. Да? Вот вы знаете, я смотрю на 11-е, они какие-то немножко скованные, они не могли вот полностью лицо подать, как бы, да, эмоции подать. Я уверена, что у вас, которые творчеством занимаются прямо вот с первого класса много-много, что вы сейчас делаете очень здорово, красиво. Итак, приготовились. Сейчас на счет три включаем лицо артиста. Приготовились? Раз, два, три. Камера, смотри. Смотри на лицо артиста, смотрим в камеру артиста. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот так. Да, 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 да. Я смотрю, родители, лицо артиста включились дома. Наш рейс выполняется по маршруту «Кругосветное путешествие». Прошу пристегнуть ваши ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Ну что, сейчас наша задача узнать, в какую же страну мы полетим с 4-м А-классом. Внимание на экран. Звонок прозвенел, все сели. Итак, сегодня на уроке мы с вами отправимся в Индию. Индия – это огромный музей под открытым небом, где каждый может прикоснуться к старине, увидеть мировые шедевры зодчества и за несколько часов спуститься с заснеженных Гималаев к жарким тропикам. Эх, Индия! Там бродят лопоухие индийские слоны. Под пальмой в позе лотоса сидит усталый йог. Как же хочется туда попасть! Да, сейчас бы на пляж, лимонад. Мальчики, перестаньте болтать. В Индии очень красиво. Любая квартира, даже самая простая, отличается своей изысканностью. Там есть вот такие красивые лампы. Посмотрите.
мой господин. Ты кто? Я спал много лет. Я Джин. Я исполню 3 твоих любых желания. Любых? Тогда хотим в Индию. Алга! Громче, громче поддерживаем. Ежегодно посещают тысячи туристов. Удивили! У нас тоже есть священное место. Сюда ежегодно приезжают тысячи гостей. Здесь мы научились настоящему чуду – добывать знания. Кстати, раджа у нас тоже есть. Даже два. Аплодисменты! Буренка, ты лето? А ну-ка, брысь отсюда! Стойте, стойте! Нельзя этого делать! Нельзя так обращаться со священным животным! По улицам в пыли дорог коров бредут стада. Дают ли молоко они? Да что вы, никогда! Индия – загадочная страна. Здесь не обидят ни корову, ни слона. Спокойно шествуют по улице они, все уступают им дорогу на пути. Ребята, скорее, скорее, вы время видели? Мы на выпускной опаздываем. На выпускной? А можно с вами? Конечно. Джин, верни нас обратно. Татарстан, Гарри Химоджин. Добро пожаловать в Татарстан! Паш, у нас осталось еще одно желание. Как мы его используем? Может, загадаем большой вкусный стол или сразу золотую медаль? Игорь, вкусно покушать мы в школьном ресторане сможем. Да и золотую медаль успеем получить. Гульнара Ильдаровна учила нас делать добрые дела. А может, мы освободим Джина?
Точно! Спасибо вам, ребята. Но куда же мне идти дальше? У меня совсем нет друзей с нами. Тогда тебе прямой путь в наш лицей. Здесь ты найдешь друзей. Станешь спортивным. Научишься красиво танцевать и петь. Будешь изучать языки и сможешь даже так. A little funny pig with a little merry chimp. And a little merry chimp with a little happy chick. But a little happy chick with a little funny pig. Станешь творческим и креативным. Можешь сделать добрые дела и участвовать в благотворительности. Научишься играть на свирели и сыграть робота. Будешь знать правила этикета и как вести себя в стрессовых ситуациях. Узнаешь много интересного и обретешь настоящую семью. Здорово! Тогда ждите меня на следующий год. Пойду с вами в 5-й класс. Громче, громче, громче! Не крутите пёстрый глобус, не найдете вы на нем той страны, страны особой, о которой мы поем. Наша старая планета вся изучена давно, но страна большая, это вечно белое пятно. У нас в лицее есть такая красивая традиция. Галина Ильдаровна, пожалуйста, два слова о своем выпускном классе. Пожалуйста, к нам сюда проходите. Мои родные, любимые, непревзойденные. Вот и пролетело это время. Оно было разным. Были взлеты, были падения. Никогда не забывайте наших душевных разговоров. Даже в самых темных ситуациях не забывайте обращаться к свету. Как поется в песне, под которую вы танцуете, учитель продолжается в своем ученике. Пусть я продолжусь вас светом, теплом, добротой, честностью. Помашите своим родителям. Они у вас самые крутые. Уважаемые родители, большое спасибо вам за помощь, за опору. Вы мои крылья, без вас никуда. У вас самые лучшие дети, у вас самые лучшие родители. У вас непременно все получится. Я бесконечно вас верю и бесконечно люблю. Провожаем 4-й А-класс. Ну что ж, слезы четвероклассников – это лучшее признание в любви педагогу. Ну а мы с вами смотрим, в какую же страну отправляемся дальше. Внимание на экран. Yeah.
Громче, громче! Уважаемые гости! 4-й Б-класс приветствует вас на нашем выпускном концерте. Разрешите начать наше выступление? Хэрли Кейнхерма для Гунаглар. Дюртенче Бессина Фларса знакоршала. Бестизнен Белен, мы вуктургыш сэхатке барырбас. Hello dear guests, teachers and students. Our cheerful, friendly class presents its performance. Добрый день, дорогие сябры! Так вицают свои гостей белорусы. И сопроводы наши сябры, белорусы открывают свои добрые сердца для всех своих гостей. Светлана Николаевна, они все здесь, все танцуют и танцуют. Ну сколько можно танцевать, такие веселые, задорные. Светлана Николаевна, у нас сегодня выпускной. Мы прощаемся с начальной школой. Какие танцы? Какой выпускной? Сегодня только 24 мая. Мы с вами еще не все примеры решили, не все тексты переписали. Ну, Светлана Николаевна, а танцы? Ведь нас этому тоже учили. Так, заканчивайте ваши танцы. Как же так, Светлана Николаевна? Мы ученики 4-го Б-класса, лицея 146 «Ресурс». Мы любим танцевать, мы хотим праздновать окончание начальной школы. Так, танцы – это, конечно, хорошо. Но давайте вспомним, с чего все начиналось. Помню себя маленьким. Даже шнурки не умел завязывать. Нас встретила Светлана Николаевна и стала для нас второй мамой. В лицее мы проводили больше времени, чем дома. Лицей «Ресурс» стал для нас вторым домом. Нам очень страшно расставаться с начальной школой. Ведь нас ждет новая взрослая жизнь. Не бойтесь, ребята, я ведь вас многому научила. Начальная школа нас научила. Читать, считать, писать, думать, дружить. Мечтать, помогать друг другу. Быть добрыми, честными, порядочными. Трудолюбивыми, ответственными, быть самостоятельными. И все эти 4 года с нами была Светлана Николаевна. Она нас не только учила, но и направляла нас. Наставляла, помогала строить взаимоотношения друг с другом. Сказать слова благодарности нашим родителям. Дорогие наши мамы и папы, мы благодарны вам за все, что вы делали для нас, за вашу поддержку и помощь. И все мы хотим сказать нашему лицею спасибо! Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, любви, без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи в сомнениях любви. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее других. Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни напротив течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно. Громче, громче своих детей поддерживаем. Родители, покажите себя. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. 4-й Б, аплодисменты!
Классный руководитель! Светлана Николаевна, пожалуйста, два слова. Все зависит от вас самих. Вот и пролетели 4 года. И неважно, кем вы станете, какую профессию вы себе выберете. Учитель, маляр, педагог, научный сотрудник. Главное, чтобы вы были хорошими людьми. Учитесь, развивайтесь, старайтесь, будьте добрыми. Теплых вам взаимоотношений. А мы с вами не прощаемся, мы будем видеться. Правда же? Конечно. Дорогие родители, спасибо вам за вашу помощь, за вашу поддержку. Ваши дети самые лучшие. В добрый путь. Ура! Аплодисменты! Спасибо 4-му Б. А мы с вами смотрим, что же у нас следующее. Внимание на экран. Страна называется 4-й В-класс. Сегодня у нас карнавал. Ты готова? Да, готова. Наряд на мне. Сегодня мы будем с тобой самые яркие. Как гостей будешь приветствовать? Не знаю. А как надо? Повторяй за мной. Ола, сеньорес и сеньорес. Ола, сеньорес и сеньорес. А давай скажем вместе. Давай. На счет раз, два, три. Ола, сеньорес и сеньорес. Отлично. Теперь мы точно готовы к карнавалу. Поехали! А вас с собой не приглашаем. Это еще почему? Как мы и сказали, что жители нашей страны спортивные, зажигательные, дружные. Смотря на вас, 4-й В, так и не скажешь. Зря вы так. Мы вообще-то очень даже подходим под жителей вашей страны. И чем вы это докажете? Мы самый спортивный класс. У нас даже кубок есть. Сейчас мы вам докажем. Громче, громче, громче! Что правда, то правда. Уж очень спортивные ребята. Зажигательности вас не хватило. Поэтому мы вам покажем, как надо двигаться. Наш класс самый зажигательный. Мы танцевали в начальном классе. Занимались места в творческом конкурсе. Сейчас вам докажем. Аплодисменты! Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it.
is Africa. This time for Africa. Классный руководитель. Камила Айратовна, пожалуйста, мы вас ждем. Держаться. Мои хорошие, мои самые любимые, мой 4-й В класс. Я хотела бы поблагодарить вас за эти прекрасные 2 года, которые мы провели с вами вместе. Мы действительно с вами одна команда. Хочу спасибо сказать вам, дорогие ребята. Дорогие родители. Я поистине считаю себя счастливым учителем, ведь мне посчастливилось поработать с такими замечательными ребятами и не менее замечательными родителями. Это мой 1-й выпуск, и он надолго запомнится мне. Как жаль, но с вами мне нельзя дальше. Одним придется вам идти в эту дверцу. Но помните всегда, мои друзья, навеки с вами всегда мое сердце. Спасибо, Камила Айратовна! Спасибо, 4-й В. Смотрим, что же нас ждет дальше. Внимание на экран. Куда мы с вами прилетели? Еще раз громче, родители! Не-не-не, я только родителей спрашиваю. Родители 3-4? Ой, как вяло, мы так точно не долетим дальше никуда. Еще раз громче, родители! Хорошо, встречаем на сцене 4-й Г класс. Так какой у нас с тобой план? Мы сейчас запустим себя в небо и облетим весь земной шар. Барахтаются? Они падают. Ой-ой-ой, куда это я попала? Давайте поаплодируем. Громче! Привет, привет, ребята! А где это я? Ты меня из конкурса «Жизнь-ресурс» в самом лучшем лице на свете! Как же у вас тут красиво!
это одна из самых крупнейших саммитов, крупнейших в Китае. Молодец, Лиза. А еще в Китае много достопримечательностей. Да. Это великая китайская стена. Все верно. Есть в Китае Пекинский всемирный парк и множество буддийских храмов, разрушены древние города. Какие вы у меня молодцы, ребята! А я знаю, что столица Китая – Пекин, верно, Панда? Да, верно! Китай – страна с многовековой историей, богатыми традициями, бессмертной философией и причудливым образом жизни. Наши ребята тоже любят учиться. Мы сегодня заканчиваем начальную школу. Все эти 4 года были очень радостными. Было много интересного. Ведь у нас уникальная школа. Мы здесь не только учились, но и развивались. Да, например, как вести себя на сцене. Да, мой любимый кружок – школа ведущих. А наши чудесные новогодние праздники с песнями и танцами. И мой любимый урок критики. А я научился играть в теннис. А я в футбол. А я в баскетбол. А я научился программировать. А я рисовать. Я никогда не забуду уроки этикета в нашем лучшем ресторане Red Steak. Спасибо, начальная школа! Мы привезем все! Аплодисменты! О, ребята, как же у вас интересно, какие вы дружные! А знаете, таинство нашей культуры прекрасно передает танец. Пожалуйста. Дорогие мои ребята, хочу вас поздравить с этим прекрасным днем, с днем выпускным, с выпускным днем. Как говорят, не бывает чужих детей. За эти 2 года, которые я была с вами, вы мне стали как родные. Не бойтесь перемен, у вас все будет хорошо. Я в это просто уверена. Обнимайте. Спасибо, Игорь Халиловна, 4 Г класс. Аплодисменты. Следующий у нас 4 Е. Посмотрим, куда же мы отправимся. Это будет сложно. Южная! Не слышу! На сцене 4 Е-класс! Ваши аплодисменты!
Чего? Ты в Южной Корее. А как я здесь оказался? Это что, ваш флаг? Да, это наш флаг республики. Белый цвет, национальный цвет страны. А все остальное обозначает мир. У вас что, еще и роботы по улицам ходят? Да, в Южной Корее многотехническая страна. Круто! Наш лицей тоже технологический. У нас даже есть робототехника. А можно робота себе забрать? Ой, что-то голова кружится. Дима, вставай! Нас ждет Эльвина Рамилевна и Анна Алексеевна. Аплодисменты 4-му Е! У данного класса два классных руководителя. Абсолютно молодые девочки, подходим, не стесняемся. Эльвина Рамилевна и Анна Алексеевна. Спасибо большое начальной школе, нашему лицею, нашим учителям и Деляре Салиховне за то, что проложили дорогу к знаниям, и теперь мы в средней школе. Дорогой 4-й Е-класс, хоть мы с вами всего проучились полгода, а за эти полгода вы стали для меня очень близкими, родными, то есть каждый наш день он был с мощными улыбками. Конечно, были у нас недопонимания, какие-то ссоры, но мы с вами все решали. Я очень благодарна, что проработала с вами. Для меня очень большой опыт, так многому педагогу. Да и в целом, за все это время вы мне так сильно полюбились. Спасибо большое родителям 4-го Е-класса, потому что без вас я бы точно не смогла. Вы для меня стали опорой, то есть любые проблемы вы помогали решать. Спасибо вам за это большое. Также спасибо вам, дети. Просто, ну, с вами было очень весело и круто. Я надеюсь, что в 5-м классе, да и дальше, вы сможете покорить многое и станете теми, кем вы хотите. Все уже сказали. Знаете, вы самый лучший класс! Ура! 4-й Е! Провожаем бурными аплодисментами 4-й Е класс! Напоминаю, что у нас кругосветное путешествие. Куда же мы прилетели на этот раз? Внимание на экран! Россия! На сцене 4-й
добрый день. Начинаем наш урок. Садитесь, ребята. Итак, начнем с домашнего задания. Что было задано? Что, никто не помнит? Заместитель директора Чернова Альбина Альбертовна, пройдите в кабинет директора. Еще раз, Чернова Альбина Альбертовна, прошу пройти в кабинет директора. А что нам реально задавали? Какая тема была? Я не знаю, меня не было, я была на соревнованиях. А вот если бы были более собраны, внимательны, то знали бы, что тема у нас Россия. Ребята, действительно, тема очень легкая и родная нам. А какой сейчас урок? Все еще окружающий мир. Ты, Сережа, ничего не пропустил? Пропустил. Мы тут о России говорим. А вы знаете, любители этого интересного, что Россия по-гречески будет Рутения? Ага, ты так еще и рассыпала. Стоп! Давайте не будем ссориться, мы с первого класса вместе. Действительно, вспомните, какими испуганными малышами мы пришли 4 года назад в наш лицей. Для меня самое запоминающее было как раз про Россию. Наши белые красивые костюмы, потрясающая постановка. Флаги, патриотизм, лауреата взяли. А помните, как нас в Москву Мосфильм приглашали? Да, такое не забудешь. Для меня был самый запоминающийся момент, когда мы танцевали в парах. Аплодисменты! Поддерживаем друг друга! И останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, голова громче! За тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина, мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина, мать, за страну трижды ура! За тебя, Родина! Я люблю тебя, мама! Со мной прошла ты этот путь. Ты ведь верила с нами. Терпение и воля все Петру. Мама, как ты учила? Я верил, я бился, я шел до конца. Мама, мы победили. Я верил, я знал, что так будет всегда. Ну что, кто готов? Давай, Сережа. Можно выйти? Иди уже. Альбина Альбертовна, знаете, мы подумали и решили, то что лицей как маленькая Россия, так же много национальностей, детей, языки русский, татарский, английский, немало вероисповеданий. А вы, Альбина Альбертовна, она как вторая мама. Иногда поругаете, но всегда поддержите и поймете. Аплодисменты 4-му Б. Так часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо, что у нас есть второй родной дом. Наш лицей-ресурс. Тот, куда мы пришли совсем маленькими в первый класс, и где мы сейчас с удовольствием учимся. Там, где тебя любят и всегда ждут. Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Ресурс я когда-то пришел, и здесь я учусь. И я уверен, что лучше лицей не бывает. Там, где поет вместе, лицей, и горят свет, стены родные.
никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко. Но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, Иисус, там все легко вместе. Дыша, как одна большая семья, поддерживаем четвертый день. Родные, сердце я не предам, знаю я все, а там тоже жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Аплодисменты, четвертый Д. Классный руководитель Чернова Альбина Альбертовна, вам слово. Родные мои, я знаю, что все, что я скажу, вы уже знаете, потому что это дети, это мои дорогие, которые понимают меня без слов. Вот так мы с ними 4 года, они действительно меня понимают, они меня слышат. Я желаю вам побед, и только побед. Двери мои всегда открыты. Помните и знайте, вы всегда в моем сердце, я вас люблю, мои родные. Родители, уважаемые родители, огромное вам спасибо. Ведь без вас не было бы таких чудесных детей. Спасибо вам большое. Все 4 года мы были одной большой семьей. Спасибо. Четвертый Д, аплодисменты! Столько слез на выпускных четвертых классах я не видела ни разу. Так трогательно и душевно. Повторюсь, вот оно истинное признание в любви. Вам посвятили, вы серьезно все изучали, все задания выполняли, и в 5-й класс вы попали, страх КПР вы не испытали. За мечтой шагай своей, и пусть светят тысячи огней, а получит тот твой Оскар, кто будет двигаться смелей. Давай, давай, давай! Мы, как Федерико Феллини, вас до Оскара доучили, тягу к знаниям вам привили, желаем роли в лучшей картине. Мы, как Федерико Феллини, вас до Оскара доучили, много знаний вы получили, желаем роли в лучшей картине. Наших родителей мы встречаем еще громче! Внимание на экран! Студия Радаки Продакшн совместно с преподгрупп представляет. Они родились в 80-х. Выживали в 90-х. В 2000-е строили семейную жизнь. И вот, они выпускают своих четвероклашек. Встречаем уставших от уроков, но счастливых от предвкушения каникул. Родители выпускных четвертых классов лицея, ресурс номер 146. Громче! Еще, 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 еще! Все встали, ребята, все знают, что делать! Все вместе! Молодцы! Позабудь об этом дне. Громче! Не нужен никому.
хочешь, нет. Тут парят чудеса, все сам тут нельзя. Ты кто так сказал, а ты не слушай. Ты не шагу назад, а тут момент, когда и надо. И все вместе приготовили, тут съешь, ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем, покажи. Тут съешь, нет, тут съешь, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. Делаешь пятидневный. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на луне. То самое чувство, когда ты круче всех. Круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на луне. То самое чувство, когда ты круче всех. Круче всех. У тебя все получится. Потому что у нас настала торжественная, важная минута. Сейчас прозвенит последний звонок для выпуска начальной школы 2024. По традиции нашего лицея это право предоставляется директору. Диляра Салиховна, ваш выход.
говорят, должна быть для этого момента тишина, которая пронизывает пространство. И нам нужно убрать фон весь фон убрать. Ребята, вы необыкновенные. Коллеги, огромное спасибо за такой прекрасный выпуск. Мне даже страшно представить, какие они будут драйвовые, когда будут в 11-м. Я даже уже боюсь, честно. А на самом деле вы настоящие. Вы очень добрые. Вы очень чистые. Вы очень открытые. Вы очень щедрые. Щедрые на эмоции, на любовь, на признание, на слова благодарности. И это не страшно, слезы сегодня. Это слезы грусти, прощания с детством, совсем малым детством, с начальной школой. Это слезы любви к тем, с кем вы провели начальную школу. Но, внимание, вы теперь пятиклассники. Да? Позвоночник, улыбки натянули, глазки широко открыли, слезы пусть текут, это не страшно, но вы-то улыбаетесь. Это как, знаете, радуга, как солнышко, когда дождик, появляется кто? Радуга. А радуга такая яркая, красивая, такая многоцветная и радужная, как вы. Это слезы радости? Радости. Это слезы счастья. И поэтому вы смеетесь. Ну что ж, мои дорогие, ну а теперь внимание. Так, я волшебник. Показываю. Ну что ж, аплодисменты фокуснику. Итак, внимание. Сейчас прозвучит колокольчик, который достался нам непросто. Это колокольчик победный. Когда-то в 2008 году, быстренько считаем, сколько лет назад? Скорее! Да, 16 лет назад мы стали победителями конкурса «Лучшая школа России». Тогда я работала только второй год. И тогда, наверное, во многом нам этот приз дали даже авансы. И все эти годы, все эти 16 лет уже сейчас, а я думаю, долго еще потом, мы будем доказывать, что мы лучшие версия себя самих. Мы не кого-то обгоняем, мы стараемся обогнать себя. И в этом и есть развитие. Поэтому этот победный приз, это чистое серебро, чистый серебряный звон, который собирал вас 4 года 1 сентября на линейку, этот звонок сейчас оповестит, что вы стали на ступеньку взрослее, что вы переходите в следующую ступень образования, в основную школу, и вы становитесь пятиклассниками. Так пусть же этот чистый серебряный звон принесет вам удачу. Закрыли глаза. Загадали самое-самое советное желание. Молча загадываем, молча. Подождать надо? Жду. Хорошо. Ждем. Загадали все? Кто загадал, не говорит «да», просто кивает молча головой. Глазки закрыты должны быть. Точно должны быть закрыты глазки. Слезы как раз высохнут. Внимание, закрытыми глазами слушаем. Ура! Ура! Будьте счастливы, мои дорогие. Мы вас ждем в 5 классе. И пусть у вас все получится. Ура! Приготовились 3-4. Отличная работа! И еще разок, 3-4. Отличная работа!